Жалю, что собаки не сильно гуляются. Смотри, прямо здесь. Ой, вон еще один. Собаки тут занимаются собаками этими. Люди, смотри. Вот еще один собакин сын. Блин, тут такой городок-смородок, фонтан-шмонтан, дорожки. Дорожки, тут собакин сын прямо такой пешный. Черный юг. Ой. Тихий. Что тут за ней занимается? Куда? О, Василий. Тут этот каток они залили. Как сумасшедшие дурдомы. Можно тут заниматься вас земли? Когда сюда нет? Пожалуйста, вот дорожки, творожки, идите на велосипеде, ездите. Эти каток тут залили, как сумасшедшие. Вот, осельмили. Вот, там тоже чистится. Там за забором, правда, это. Осельмили. Вот, я не знаю, как тут такой... Каток залили, как будто бы, Вася. Вот тут такой, смотри, можно заниматься на этом штуке. На этом, до свидания, всякие дорожки, дорожки. Остановились тут, раз, допустим. Это что там били, собакин сын? Почему он не чистится, ничего? Стоит как дурак, время тянется. Ой, этот загородками. Ну туда можно заходить, Василий. Пожалуйста, заходись. Вот, пожалуйста. Хом, что тут хом, Василий? Я стилот. Вот, пожалуйста. Алоис карта. Теко нурми. Напин, напин. Хуем пам папин. Вот. Пожалуйста, тут можно заниматься. Посмотрите. Футбольное поле. Один футбольное поле. Можешь туда заходить. Там можно заниматься. Тут из этого поля каток сделали, Василий. Вот это, да, такой каток делали. Ну, это не страшно, мы не боимся этого каток. Дорожки такие, вообще можно на этом дорожке заниматься. Пожалуйста, огромные дорожки, Василий. Вы. Пожалуйста, когда свидание. Этот прогреб там дорожку. Не знаю, будет он чистить дальше, не будет, чем он занимается, стоит скотина. Вообще ничем не занимается, как будто. Вот, Василий Маки. Вон, как много там. Этот снег нападался. Василий Мили. Вот такой. Потешный. Что тут? Кто тут? Опять цель, Василий Мили. Я два раза достиг цели уже. Один. Вася, тут светло, да? Тут, Вася, ночью можно заниматься. Ну, я тебе по-честно говорю, тут так светит все, что ночью занимайся, все, до свидания. Хе, нет проблем в каких-то вообще. Ночью занимайся можно, до свидания. Тут поле, смотри какое, Вася, Вася, заходи туда, занимайся там. И тут заходи, есть на это поле заходи? Вон, заходи на это поле там. Сейчас посмотрим. Можем туда мы заходи. На это поле нельзя там заходить. По-честному, Василий.
А этот трактор там чистит дальше. Вообще, он сейчас расчистит, завтра ребята там придут, заниматься будут. По чистому тебе скажу. А этот поле почему нельзя заходить? Мы на новый рынок заходили, я не знаю. Может, он закрыт совсем, на замок. До свидания. Вот. Василий милый. Закрыт на замок. Я не знаю, зачем они закрывают. А там он дураки, что ли? До свидания. Сейчас посмотрим, мы вокруг все изведаем, просмотрим. Василий Маки, как собаки.